период летних каникул Центральная городская библиотека Маяковского по традиции готовит разнообразную и обширную программу для детей. Чтобы лето прошло интересно и с пользой, в библиотеке уже не первый год проводят ряд интерактивных мероприятий в рамках программы «Смарт-каникулы, не школа». На них с удовольствием приходят группы из пришкольных лагерей. Цель наших мероприятий – это привлечь интерес к книге, к чтению, организовать нескучный досуг наших горожан, наших ребят. Те дети, которые отдыхают в пришкольных лагерях, приходят к нам в библиотеку и могут посещать мероприятия разной направленности. Есть мероприятия патриотической направленности, есть мероприятия, которые направлены на то, чтобы узнать что-то об искусстве. Тематика встреч в Маяковке самая разная. Например, ребята побывали на мероприятии под названием «Робинзонада. Как выжить в летнем лесу». Ребята узнали, какие знания и навыки нужны, если остался один на один с лесом. Как себя вести и что делать. Получили памятки. Постарались на этом мероприятии обговорить с детьми, какие же навыки могут пригодиться для того, чтобы не потеряться в летнем лесу. Или если вдруг такое случилось, то есть что нужно делать для того, чтобы... благополучно выйти из данной ситуации. Ребятам очень понравилось это мероприятие. Они с удовольствием отвечали на вопросы, продумывали, как можно в той или иной ситуации поступить. Все мероприятия «Смарт-каникулы, не школа» проходят в интерактивных игровых форматах. Присоединиться к встречам могут все желающие. Следить за афишей можно на сайте Маяковки и на сайте «Арт-Саров». На «Смарт-каникулы» можно записать и организованные группы. Для этого звоните по телефону 9-94-06. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».